Изготавливаете ли вы кукольный домик, модель корабля, игрушку или любую другую заготовку, компактный станок DB250 станет идеальным инструментом для выполнения токарных работ с мелкими деталями. Преимущество этого станка – новый высокомоментный двигатель. В сочетании с точной системой регулировок он обеспечивает высокий крутящий момент даже на низких оборотах. Так, например, на скорости 1000 оборотов в минуту не вызывает никаких сложностей обработка заготовок, которые плохо сбалансированы или расположены не по центру. При этом всегда можно выставить полную скорость, когда это потребуется. Низкая скорость дает еще одно преимущество – заготовки можно красить в полуавтоматическом режиме. Предусмотрена точная регулировка скорости, максимум 5000 оборотов в минуту. Это значит, что всегда можно обработать быстро заготовку даже при работе с деталями большого диаметра. Шпиндель станка крепится на двойных подшипниках и снабжен сквозным отверстием диаметром 10 мм. Это позволяет обрабатывать заготовки любой длины. Слишком длинную заготовку можно просто продеть в станок через отверстие в шпинделе. Также станок оснащен опорой для резцов. Она регулируется по высоте и помогает придерживаться центра заготовки. Для крепления крупных деталей предусмотрена план-шайба. Кроме нее, в комплект поставки входят 6 цанг. Помимо этого, производитель предлагает большой выбор дополнительных аксессуаров, в том числе набор резцов по дереву, патрон с хвостовиком для задней бабки и различные кулачковые патроны. Проксон – инструменты с характером.